Привет, дорогие друзья! Вы на канале Милай Гейм. Сегодня пятница, а это значит, что мы можем получить подарочек на почте. Заходим. Я уже на почте, беру жетончик и пойдемте быстрее смотреть. Интересно, что же там будет? Может быть, это все-таки канцелярия заветная, которую мы с вами так ждем? Ну, посмотрим и нажимаем. О, ребята, золотой подарочек, и на нем 4 отверстия. Может быть, там кто-то живой. Давайте быстрее распаковывать. Да, ребята, это хамелеончик. Вот такой смешной хамелеон, который смешно вытаскивает свой язычок. Но это необычный хамелеон, и у него есть секретик. Когда у нас садится солнце, наступает ночь, он меняет свой цвет на ярко-зеленый. Ребята, давайте проверим. Выйдем на улицу и поменяем время суток. Сделаем ночь. И вот, ребята, смотрите, он стал ярко-салатовый. Правда, прикольненько. И язычок у него сразу такой розовенький смотрится. Давайте еще раз попробуем. Меняем время суток. И вот он превращается опять в серого с желтыми пятнышками. Мне кажется, это очень классно смотрится. Вот так у него меняется расцветочка. Так что, ребята, бегом получать подарочек на почте своего смешного хамелеончика. А я своего назову огурчиком. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока!